режиссерами. А, все, кто строили эту сцену, мы поняли, что, по-моему, мы сегодня себе смогли забабахать не кислый корпоратив. И спасибо вам за то, что это настроение здесь есть благодаря вам. Потому что артист без зрителя... Это не артист. А Новый год без Деда Мороза — это не праздник! Да что ж ты будешь делать? Дедушка опять услышал. Ничего, дед не услышал, дед проснулся и решил выйти. Потому что Дед Мороз у нас настоящий. Да! Дед Мороз у нас действительно настоящий. Кто верит в Деда Мороза, похлопайте в ладоши. Вот! Друзья мои, я подтверждаю, Дед Мороз настоящий, от него даже правильно по-настоящему пахнет. Правильно, Дед Мороз не закусывает. Ну, молодец, Ваня, мне очень нравится то, что ты веришь в меня, поэтому я принесу тебе все...